На табло результат 40 выстрелов из пневматической винтовки катлашанина Ивана Шалак на первенстве Архангельской области по пулевой стрельбе. 395 очков из 400 возможных. Это стало его путевкой в финал, куда отбирали шестерых лучших стрелков. По счетам 16-10 первенство Архангельской области выигрывает Шалах Иван. Ну, был мандраж небольшой, тряслись руки, но в целом я справился со своими нервами и чувствами. Все приходит с опытом. Чем больше соревнований, тем я чувствую спокойно в своей тарелке, потому что понимаешь, что это уже был, ты через это проходил, и у тебя начинает получаться все лучше и лучше. Ты делаешь все меньше глупых ошибок и достигаешь тех результатов, которые ты желаешь. И первое место как в квалификации, так и в финале занял Шалак Иван. Иван проявил самые лучшие бойцовские качества. Стреляя он 60 выстрелов так же, ну, хотя бы еще 99 и 98, он был мастером спорта, был на России. Кроме Ивана на финал соревнований попали еще четверо ребят из Котласа. Девушки Софья Наквасина и Дарья Вершинина, юноша Андрей Копосов и Максим Гриньков. Кстати, впервые в этом году на первенстве области можно было получить сразу две медали за 40 зачетных выстрелов и по итогам финала, который был организован впервые по олимпийской системе плей-офф. На третьем месте Гриньков Максим с результатом 197,9. То есть стреляется 15 выстрелов, после чего двое худших сразу пятое и шестое место выбывают. По итогам вторых пяти выстрелов определяется третье и четвертое место. И затем идет уже стрельба на выявление абсолютного победителя. Вот. Матчпоинт, так называемый. Идет стрельба до 16 очков, кто первый наберет 16 очков. Если они идут ровно, значит последний выстрел определяющий. Огневой рубеж. Позиция Вершинина Дарья. Кандидат в мастера спорта, представитель города Котлас. Заряжай. Старт. Первые две серии, то есть 5 и 5, я была на втором месте, но на третьей серии у меня три выстрела ушли вправо, я дала поправку, и благодаря этим трем выстрелам я оказалась на пятом месте, так как остальные девочки настреляли лучше. И шестые и пятые места ушли. На пятом месте Копосов Андрей, 144,2. В первой серии я очень разволновался, попал в две семерки, тем самым ухудшив свой результат. Но, конечно, к концу я собрался, но ничего не получилось. Там была очень такая атмосфера, там играла музыка, все мешало. Вот, наверное, из-за этого и не получилось. Всего в состав котласской команды вошли 10 стрелков до 19 лет. Конкуренцию нашим ребятам составили еще 23 спортсмена-винтовочника из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Мирного, Устьянского и Конорского районов. Всего в состязаниях приняли участие более 60 человек. Стрелки работали с полной самоотдачей. Вот, я не могу сказать, что я кем-то из них недоволен. У нас ездила две девушки первый раз. Это Кира Копосова и Ксения Соловьева. Они тоже достойно сражались. Кире не хватило вообще одного очка до выполнения первого разряда. Ксении чуть побольше. Наша команда была самая многочисленная. То есть это говорит о том, что стрелковый спорт в Котласе на подъеме. Котласа побаивается откровенно и не зря, как показал конечный результат. Кстати, обладатель двух золотых медалей Иван Шалак получил приглашение на первенство России. Пока от заманчивого предложения юноша отказался в пользу предстоящих выпускных экзаменов в школе. Однако тренировки по пулевой стрельбе посещать продолжает.